Только сейчас у тебя было нормальное настроение, вот так резко у тебя переклинило. Я не хотела просто выносить мозги перед смартфоном. Так а что мне делать, Кристина? Мне через силу носить то, что мне нравится. Нет, не надо носить. Подарю кому-то. Ну и вот Лёша подарю, Вадим. Ты ребенок. Ты же босс, ты не нуждаешься ни в чем. Как с тобой сложно. Поэтому я и говорю, когда я злая, не трогай меня, потому что хуже будет. Сейчас я на нервах. Извини, пожалуйста, Кристиночка, что тебя трогаю. Потому что меня волнует твое состояние, то, что ты ходишь с таким лицом. Я решил спросить, в чем проблема. Спасибо. Узнал, хочешь побыть одна, побудь. Благодарю. И это будет намного круче. Я дружу его до инфаркта. Он надо мной стебанулся на лобном, чтобы я запомнила первый месяц. Я не хочу в таком месте находиться, где окружают меня такие люди, которые просто... Артём, просто дождёмся и всё, Кристина. Сейчас просто драги, сейчас соберёшься без слёз, ладно? Где потерялся мальчик у нас? Артём! Да ты, быстро смотри назад! А он запомнит свои первые 30 лет, юбилей. Он будет на нервиках.